Всем привет, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет обзорчик покупочек из фикс-прайса. Та-дам! Давичи я была в фикс-прайсе и набрала очень много разных новинок. И еще есть кое-что из не новинок, совсем немножко, то, чтобы я хотела с вами протестировать. Например, девочки, вот такая сковородочка. А кто брал в фикс-прайсе сковородочку, вот прям напишите мне в комментариях, каково оно. Есть разные сковородки, стоят 199 рублей. Разные сковородки в фикс-прайсе. Здесь написано, что это сковорода блинная, 22 сантиметра. Надежная защита от пригорания. Вот это мне интересно. Я вообще всегда выпекаю без масла, без ничего. То есть я ее сполосну и попробую на ней что-то выпечь. Вам здесь обязательно покажу. Панкейки я готовлю почти каждый день, либо делаю там еще кое-что вкусненькое. В общем, попробуем. Написано: безопасное покрытие, без ПФОА, без свинца, пищевой алюминий, гарантия качества по ГОСТу. Вот это интересно. С обратной стороны вот такая красивая, такое красивое покрытие с обратной стороны, прям я вся в затемнении. Ну, а здесь просто черное покрытие, специальное какое-то. В общем, будем проверять, всего 199 рублей. И такой сковородочкой, мне кажется, очень быстро можно. Раз, она такая легенькая, что-то приготовила, все. Для блинчиков, для панкейков, мне кажется, очень классно будет. Надеюсь, что она не погнется, не взорвется, не будет отколупываться. Пока я буду тестировать, жду ваши комментарии. Итак, девочки, я взяла нашу сковородочку с фикс-прайса, сполоснула ее, вытерла насухо, сделала вот такой маленький огонь. И сейчас она не стала сделать большой, мало ли, чтобы там ничего не потрескалось. На таком огне я и буду выпекать. Сделала сейчас, кстати, панкейки на банановой основе. Так что это немного другое. Нигде не добавляю масла, ни здесь, ни там. Здесь антипригарное покрытие, мы сейчас его проверим. Уже нагрелась, потому что сковородка сама по себе тоненькая, очень быстро нагрелась. Начинаем. У меня, честно говоря, основа получилась реально очень жидкая. Прям блины самое то сделать было бы. Но я взяла маленькую ложечку, и вот панкейки будет удобнее мне сейчас. Они вот такие тоненькие, как маленькие блинчики. Сейчас главное, чтобы они не пригорели, а перевернулись. И тогда будет зачетная сковорода. В какой момент я буду переворачивать, девочки, смотрите. Сначала, когда мы насыпаем все это дело, да, наливаем сюда, то у нас как бы жижа получается здесь сверху, да. А вот когда оно выпекается, получается, что как бы оно уже запеклось даже сверху, то есть оно уже не жидкое. И вот когда оно такое произошло, тогда, только в тот момент, я начинаю переворачивать. Ну, я не знаю, все по-разному делают. Раньше я, допустим, не ждала, когда здесь жидкое еще, я начинаю переворачивать, оно тут вытекает, разваливается, прилипает. В общем, сейчас оно должно полностью быть, вот видите, не жидкое как бы, да? Ну, вот пусть еще лучше запечется, так, чтобы вот таких следов не оставалось тоже. Так хочется вам это все сделать. Одной рукой как бы я... Опа. Ой, что, реально антипригарное? Представляете? Офигеть. Реально? Ничего не пригорело, девочки. Вы видите? Первого раза. Но я довольна, чё? Класс! Более того, я сейчас такая решила их поправить. Смотрите, как они прям скользят. Как будто здесь масло море. А они даже вот так вот двигаются. Скользят. О, прям плавают. Кайф. Дальше из новиночек я решила купить Денечке, но и одновременно себе вот такую книжечку «Как устроен человек». Я вам уже говорила на своем втором канале, когда делала обзор по магазину, что когда я училась на клинического психолога, у нас был такой предмет, как центральная нервная система, ЦНС. Боже, как достал меня этот ремонт, просто трэш, вот, девочки, кроме мата просто никаких слов нет. Энциклопедия для малышей в сказках. Видите, как быстро я умею переключаться. От того, как нам преподносили эту информацию, честно говоря, это был один из самых сложных предметов. Потому что только одна теория, и мы пишем кучу непонятного. И там просто сначала вроде понятно, ты слушаешь, а потом что-то какие-то идут завихрения. В итоге твой мозг просто взрывается от информации. И здесь важно вот в таких предметах, как устроен человек, кровеносная система, нервная система и так далее.
далее, здесь главная подача. И очень хорошо, когда основы закладываются очень понятно и ясно. Я себе взяла эту книгу, Дэнни буду читать. И сама буду понимать вообще, я до сих пор там иногда путаю, где там печень находится, где печень. Надеюсь, что здесь это так классно нам с Денечкой все опишут. В общем, сердце иногда... Я знаю, что сердце находится где-то посередине, но немного смещено в какую-то из сторон. А вот в какую, не помню опять, понимаете? Так что хорошо себе напомнить все это дело. Для чего нам нужна кожа? Как победить простудные заболевания? Как устроен нос? Как мы дышим? Во. Знаете, многие не знают, как устроен нос. Я недавно сталкивалась с тем, что видела такую картину, как человек засовывал себе в нос что-то мелкое. И для меня, например, в нос что-то засовывать, в этот момент смеяться, это очень опасно. Можно вдохнуть все это дело, это может где-то застрять. И вот я обсуждала, не так давно обсуждала это со знакомым человеком. И этот человек мне говорит, а я думал, что там все просто, ничего нету, да, ну, вдохнул, и там она куда-то провалилась, я говорю, так она может там застрять, это же ухо, горло, нос, там может что-то застрять, это очень опасно. Короче, мне кажется, для многих взрослых полезно будет такую книжку почитать, ну, а для детей тем более. И у нее очень классные листы, прям такие глянцевые, гладкие, белые, прям одно удовольствие будет все это дело прочитать, вот такая книжечка. Еще я взяла вот такие вот носочки. В этот раз покупочек немного, но они такие классные, главное, новиночки все. Такие носочки бежевые и черные. Я думаю, что они мне пригодятся. Как раз сейчас уже у нас весна, да? Мы одеваем уже более-менее светленькие вещи. Под кроссовки классно. Такая длина средняя, я одену, покажу. И черные. Черные я вообще ношу, завышенные ношу. Но сейчас я уже выхожу из своих ботиночек, так что можно не сильно высокие брать, да, чуть пониже. Мне кажется, и как бы леопард, он вот сейчас очень даже актуален. И именно вот в таком принте, знаете, немножко таком футуристичном каком-то, что ли. Ну, вы поняли, да? Как это называется, я не помню слово. Вспомню, напишу здесь, забыла. Носочки по 55 рублей, мягенькие, мне нравятся. Также я на весну еще взяла колготки. Слушайте, колготки, одни взяла черные, 99 рублей. Здесь с вами померяю их. Мне важно, вот 40 ден, двоечку взяла. Мне важно, чтобы они были без зацепочек. Недавно пошла гулять, одела шортики. И под ботиночки, кожаные шортики, черные вот такие вот колготочки. И что-то мне не понравилось, какие они в зацепочках у меня все. Ну, CC вроде неплохая какая-то фирма, я взяла попробовать. Напишите, кстати, пожалуйста, мне в комментариях, какими колготками пользуетесь вы. Мне прям кайф какие-то колготки, чтобы они, ну, вот как можно меньше зацепок оставляли. Такие более-менее крепкие и без лайкры. Примерно 40-20 ден, да, можно. А также смотрите, какая новинка появилась. 60 ден, вот такие вот тоже леопардовые, с мелким-мелким леопардом. Черные тоже взяла. Колготочки. 199 рублей. Давайте их откроем, посмотрим. Мне прям очень любопытно. А какие они внутри? Здесь у нас 60 ден. Я надеюсь, это не очень... Не очень будет плотно. Так. Но они какие-то на серые похожие. Они не черные. Они серые, а у них черный принт. Может, кто-то перепутал и засунул. Но они реально серые. А какие же тогда серые? Там есть еще серые отдельно. В общем, я сейчас одену. Тоже думала, под шорты будет прикольно. Но было бы прикольно, если бы они были прям прозрачные. Они какие-то, мне кажется... плотноватые все-таки. Ну вот, будете знать, что они плотные. Если кто-то любит такие плотненькие, то хорошо. А вот я, например, хотела прозрачные, как, например, черные прозрачные. В общем, сейчас одену и покажу.
По поводу колготочек вот этих вот леопардовых, мне они вообще не понравились. Они очень такие какие-то рыхлые, что ли, я не знаю, как назвать это слово. И, допустим, на ляжках рисунок очень некрасивый. Если, допустим, более-менее собранные они, да, внизу еще смотрятся ничего так, но наверху, где ляжки, они растягиваются, и прям какой-то бесформенный рисунок, вообще даже на леопарда не похож. В общем, эти мне вообще колготки не понравились, я их носить не буду. Черные колготочки CC мне очень понравились, они плотные, да, если их аккуратно одевать, то вообще никакой зацепки я не вижу, и прям, ну, они не рыхлые, да, они реально такие прям плотные, классные, несмотря на то, что там всего... А, нормальные, стабильные 40 ден вообще, прекрасные колготки, прям рада, что взяла, можете тоже взять, попробовать. Так, еще вот такая вот новинка, маска для глаз, стоит 99 рублей, были цвета там черная, бежевая, по-моему, голубо-зелененькая и вот такая розовенькая, в общем, я когда не знаю, какой цвет брать, я беру розовый. Слушайте, маска для глаз для использования в охлажденном или нагретом виде, 30 минут, это если холодная. 30 минут в холодильнике. Для снятия отеков или усталости глаз охладите маску в морозильной камере в течение 30 минут. Вот. А если хотите горячий, для расслабления или подготовки ко сну нагрейте маску в микроволновой печи в течение 20 секунд. Блин, страшно в микроволновку что-то засовывать. Закройте глаза, наденьте маску мягкой стороной к лицу. Снимите маску, когда она достигнет температуры окружающей среды или ранее в случае возникновения неприятных ощущений. Ультрамягкий материал, пишут. То есть, а неприятные ощущения могут быть, да? Давайте откроем. Так, как она выглядит? Мне понравилось, что у нее... Так, мягкой стороной это вот. С одной стороны мягко здесь, на липучке. Такая липучечка. А с другой стороны, смотрите... Какие классные штучки вообще. Ай, никакие икринки. Здесь прям много так воды или чего-то, геля там. И вот эти икринки такие классные. Но на самом деле черная тоже очень стильная была бы. Надо и черную было бы взять. Ну, мое это вот. Получается, вот так мы кладем, да, вот этой стороной. Классно, надо будет обязательно попробовать все это дело. И прям... Страшно, на самом деле, в микроволновку. Ладно, в холодильник не страшно, а вот в микроволновку страшно. Надо попробовать. Еще это очень хороший антистресс. Я вот что смотрю. Мне и Дэньке, я думаю, будет по приколу играться с этим. Так, еще мой Дэнька, когда взял вот лайфхак мамам, да, я не знаю, конечно, это кто как любит, еще мой Дэнька взял вкусняшку какую-то там на кассе сразу, ходил, мучил меня. В общем, я ему купила баранки и говорю, смотри, баранки какие. Ту, говорю, нельзя кушать, она вредная. Там, ну, я не знаю, что за состав, какую-то даже незнаменитую вкусняшку взял, малознаменитую. В общем, малюшка, сушки староскольские, староскольские. Короче, вот он их взял вот так на пальчики, на все одел. И вот все это время в тишине я ходила, потому что он жевал эти сушки. Они, кстати, очень вкусненькие. Они свеженькие, такие хрустящие и немножко сладенькие. А, еще новинки в фикс прайсе. Это будут отдельные обзоры на моем втором канале. Ссылка на него обязательно будет под видео. Первое, что меня заинтересовало, написано, кстати, японские секреты красоты ваших волос. Японские. Но не факт, что это японские. Так, это предотвращение выпадения волос. Вот это, кстати, я только сейчас прочитала. Скраб, маска для кожи головы, голубой пион. Вот, кстати, мне интересно было всегда сделать скраб для... Ой, вкусно пахнет, он реально там как скраб. И это для волос, для кожи головы. Блин, отдельный обзор буду делать. Я сегодня помыла голову и вспомнила, что думаю, нет, я сначала покажу все. И вот следующая помывка моя будет, буду тестировать. Ни разу, девочки, в своей жизни я не делала скраб для волос. И еще вот такая вот маска для лица двойного действия. Ну, мы что-то такое много с вами уже тестировали. Она такая двойная, видите, с одной стороны она розовая, с другой голубая. Для Т-зоны и для другой зоны, для зоны по бокам. 77 рублей. А вот это, кстати... скраб.
Маска скраб стоит 77 рублей. Ну и вот эта маска тоже стоит 77 рублей. Ну, короче, вот эти два продукта я взяла специально для своего второго канала, чтобы затестить. И мне безумно интересно, на самом деле, как оно работает. Надеюсь, лицо мое не сожжет. А здесь, надеюсь, перхоть не появится хлопьями. Все, мои хорошие, вот такой вот был маленький тест-обзор новиночек из Fix Price. Надеюсь, вам что-то понравилось. Если так, обязательно ставьте лайки, бегите в Fix Price, чтобы все это дело не упустить. Обязательно проходите на мой второй канал. Смотрим отдельные обзоры отдельных продуктов. Ну, а я с вами прощаюсь, до следующего видео. И пока-пока! Бесит этот ремонт! Пока!